Давайте поговорим. Мальчики, что? Стили мы с вами не будем обсуждать. Мартин, ты будешь брат. Томас, ты же не против ковбойского стиля? Да не, я за ковбоя. Да просто пацаны против. Кена и брат. Мы против. Ну что, девочки, меня, в принципе, устраивает мой стиль на выпускной Барби и Кен. А вот Кирилл выделывается, он говорит, мне то не нравится, мне это не нравится. Кстати, посмотрите, я уже примеряю вещички Барби. А мне вообще повезло, ковбой. Может, мне еще лошадь арендовать на выпускной? О, Кнопа, арендую лошадь, я люблю лошадей. А я на Мартина тоже обиделась. Он говорит мне, понимаешь, я не брат, я говорю, Мартин, это всего лишь выпускной. Ох уж эти парни, ничего они не понимают. Кнопа, а твой Томас что ответил? А Томас рад, говорит, хорошо, что я не Кент и не брат. Ну что, девочки, с завтрашнего дня у нас с вами начинается сумасшедший шопинг. Нам нужно будет подобрать наряды не только для себя, но и для наших парней. Кстати, Дана, у тебя сумочка подходит под стиль Барби. Одолжишь? Сестра, для тебя ничего не жалко. Это мне нужны казаки, кожаная куртка. Ничего страшного, под этот стиль можно подобрать какую-то красивую пышную юбку. Девочки, да я считаю, нам с нашими стилями вообще крупно повезло. Кнопа, и твой стиль ковбоя тоже классный. Если что, я помогу тебе выбрать лук. Спасибо, подруга. Это на выпускной быть ковбоем. Это мне и Бобу придется выбирать наряд. Мы же стиль милашки. Да, Дана, будет у тебя Боб-милаш. Я справлюсь. Забацаю. Боба очень милая. Ладно, Дана, держи свою сумочку. Классная она у тебя. Так, девочки, вы же помните, с завтрашнего дня начинается подготовка к выпускному, а потом тренировки. А то что-то мы совсем подзабили. На каникулах в лагере все восстановим. Лагерь бани. Круто! Надеюсь, мальчики не будут обмазывать наши волосы зубной пастой. Наши мальчики на все способны. Не, пацаны, я понимаю, вам, конечно, смешно, но я брат. Да ладно тебе, да это же просто тема на выпускной. Блин, пацаны, а я прям настоящий мачо, ковбой. Ну ты не ковбой, Томас. Мне повезло больше всех. Я, Кен, никогда не мечтал быть Кеном. Зато я, пацаны, вообще везунчик. Рок-н-ролл. Да, пацаны, мы этот выпускной джобом порвем! Обратите внимание на меня, я иду на выпускной с Даной. Вы представляете, какой я счастливый? С Даной на выпускной. И какой у тебя стиль? У нас стиль самый лучший, милашки. Это про нас с Даной. Ну все, Боб милашка. Теперь предлагаю его называть не Боб, а Бобиха. Хватит ржать, на выпускном посмотрим, кто будет самый классный. Жужа и Джоб будут самые классные. Стиль рок-н-ролл. Слушай, Джоба, давай поменяемся стилями, я заплачу. В смысле? Коромысли, Джоб, ты не меняешься. Если я буду Кеном, то он будет братцем. Да ладно, пацаны, не надо расстраиваться. Подумаешь, брат? Нет. Мне тоже смешно, прости, Кирилл. Да хватит ржать. И, кстати, Тимур, а ты с кем идешь на выпускной? Ну, я холостой. Со Смайлом пойду. Тимур! Да, мы пара на выпускной. Смайл и Тимур. Знаете, пацаны, в академии столько свободных девчонок. Могли бы кого-то выбрать себе в пару. Советую рассмотреть капризную. Она мне когда-то нравилась. Что? Не надо нам никакая пара. Жужа, хватит со своим джобом разбираться. Давай готов вафли. Кстати, пацаны, завтра поедете со мной? Мне нужно какой-то костюмчик Кена присмотреть. Не переживай, дружбан. Мы тебе поможем выбрать какую-то розовую рубашечку. Да ты че ржешь? Ты брат. Ржу, потому что Кен смешнее, чем брат. Спрятались. Попались. Девочки, мы не хотим с вами быть в паре на выпускной. Да вам повезло, что мы будем с вами в паре. Вы же с нами не общаетесь, забыли? Короче, мальчики, мы сейчас примерим блестящие луки. Вы помните, у нас стиль блестящий. Блин, мы в блестках, это трэш. Да ничего не трэш, вы будете великолепны. Шон, ты будешь просто блистать. Ну это же женские вещи. Мы купим вещи блестящие для парней, что непонятного? Эх, с нас будут ржать все пацаны. Ага. Ой, мальчики в блестках, так мило, аж мне такого парня захотелось. Зачем вообще этот выпускной и зачем этот стиль? Я не понял, а что вы это здесь парни к стенке прижали? Что здесь происходит? Мы говорим мальчикам, что в блестящих вещах им будет очень красиво. Это же ты, Фиона, такие стили выбрала. Они ломаются, не хотят. Пацаны, не выделывайтесь, не поможет. Я тоже не хотел быть в розовом. Но Майк уже согласен. Розовый пончик, а?
чемпиона потом. Вот, берите пример с Майка, пацаны. Розовый пончик. Так, ребят, давайте заканчивайте и идем в класс. Важное объявление. И розовый пончик я только для Фионы. Конечно, розовый пончик. Фиона, я же тебе говорил, с меня все подростки будут ржать. Тебе будет идти розовый пончик. Тоже мне булка с корицей. Девочки, у нас стиль-классик. А стиль-классик – это всегда круто. Да, это беспроигрышный вариант. Покорим всех пацанов. А теперь наш выход. Руку на бедро. И раз, два, три. И еще раз. Раз, два, три. Что, киса, репетируете свой выход? Какой там у вас стиль? Классик. Вот кому-кому, а им вообще не нужно заморачиваться. Да, пока вы бездельничаете, мы репетируем. Да, у нас стиль классик, поэтому мы выберем наряды быстро и качественно. А вот вы, не знаю, успеете ли. Не переживайте, мы над этим работаем. И справимся. Вот у вас наряды классик, а у нас супер необычные. Вот я ковбой. Вы вообще когда-то такое видели? Ковбой, а конь с тобой будет? Я так и знала, что все будут спрашивать, Кнопа, где твой конь? Знаете что, девочки, мы вообще-то любим животных, поэтому мы не будем брать в аренду коня, чтобы кого-то чем-то удивить. Поэтому вы ничем никого не удивите. Девочки, пойдемте репетировать в другое место. Мне интересно, когда в нашей академии перестанет существовать конкуренция? Никогда. Ну, мне кажется, что разные наряды – это круто и необычно. И я ковбой. Кнопа, да не переживай, мы сделаем из себя крутую ковбойку. Да и вообще, девчонки, мы все будем выглядеть круто. Привет, Анна, давай с тобой обсудим стиль милашки. Боб, позволь, я сделаю все сама, ты в этом не понимаешь. В смысле? Слышал, Боб, я ж тебе говорил. Дана, ты мне все объяснишь, и я буду в этом разбираться. Мальчики, лучше пойдите пособирайте хлам. Может, что-то крутое найдете? А может, Кнопе ковбойскую шляпу или седло? Настя, ты что, с меня гнать будешь? Нет, Кнопа, это просто шутка. Ну что, девчонки, удачи подготовиться к выпускному. Дана, мы будем отличной парой. Дана, мы будем отличной парой. Девочки, конечно, мы будем сногсшибательной парой. Сногсшибательной парой. О, девочки, группу написали, что все собираются в классе. Какое-то важное объявление, нам нужно идти. Девочки, не шиперьте меня с Бобом. Это просто пара на выпускной. Да пойдем уже. Итак, ребят, мы решили, что на выпускной устроим вам сюрприз. Вы готовы услышать? Да! Ай, Кирилл, еще раз дернешь меня за волосы? Диан, может, поменяемся с кем-то стилями? Я не хочу быть Кеном. Кирилл, стиль Барби Эго – это отличный стиль, лучше, чем рок-н-ролл. Ребят, так вы слушаете нас или нет? Мы все во внимании! Только нужно подождать, пока Диана закроет свой рот. Да чего вы такие злые? Скоро выпускной, каникулы. Это просто последние учебные дни. Все очень устали. Ребята, после выбора короля и королевы мы хотим устроить автопати. Только, ребят, обещайте, что вести будете себя хорошо. За бани ручаюсь. Мы воспитанные девочки. Ой, а нам сложно давать такие обещания. Пацаны, так вы даете обещание или автопати не будет? А Фиона будет диджей. Ну, пацаны, давайте обещание. Я хочу тусить после выпускного. Да чего вы паритесь? На летних каникулах дискотеки будут каждый день. Вот это мы оторвемся. Баскетболисты, обещайте, что все будет ок. Обещаем, все будет ок. Отлично, только телефончики все в шкафчике. Я не хочу, чтобы вы сняли, как я отрываюсь. А мы будем отрываться конкретно. А я думаю, нам нужен оператор, который все будет это снимать. Учитель Майк, это никуда не сольется. Это чисто для нас, на память, да, ребята? Да! Учитель Майк, вы должны согласиться. Майк, давай согласимся, это реально память. Окей, только если вы меня не сольете. Обещаем, Майк! Никто вас не увидит в отрыве. Раз, два, три. Раз, два, три. Ну что, уже свой выход репетируете? Этот выход уже не в тренде. Раз, два, три. Не ворняк эти баскетболистки. Мы знаем, что мы делаем. У нас что, плохой выход? Продолжаем, девочки. У нас выход самый лучший. Продолжаем, девочки. Раз, два, три. Эти кисы что-то из себя возомнили. А на самом деле никакие. Когда они уже поменяют свой колхозный леопард? Опа, ах, смотрите. Хламосборщики. Опа, платье для Жужи. Неплохая экономия.
Жужа подойдет, стильная. Ничего себе, ты Жужа уже платье приобрел? С мусорного бака. О, Джопа, я тебя искала. Ты пока ищешь Джопа, он тебе подбирает наряд. Жужа, ты должна это примерить. Где ты это взял? Как всегда, в лучшем месте. Смотри, Москина. А что такое Москина? Бренд, Жужа, примерь. По-любому выкинула какая-то финдиперцевая девчонка. Спасибо, Джоп, но я не хочу донашивать после какой-то финдиперцевой девчонки платье. Это винтаж, еще из мусорного бака. Ты же знаешь, в этот мусорный бак выкидывают все самое лучшее. Но это платье не на выпускной. Нет. Ладно, давай. Бывшая хозяйка, кстати, пользуется духами Dior. А по-моему, Баккарат. Жужа лучше разбирается. Ладно, Жужа лучше разбирается. Давай еще поковыряемся, может, что-то найдем. Давай. Джоп, не забудь, я тебя жду в кафе. Нужно сделать уборку. Раз, два, три. Раз, два, три. Девочки, вы видели? У Жужи будет платье с мусорного бака. Отстой. Мы будем лучшие. Продолжаем. Раз, два, три. Раз, два, три. Давайте поговорим. Мальчики, что? Стили мы с вами не будем обсуждать. Мартин, ты будешь брать. Томас, ты же не против ковбойского стиля? Да не, я за ковбоя. Да просто пацаны против. Кена и брат. Мы против. Значит так, мальчики, если вы будете выделываться, мы просто пойдем на выпускной сами. Да, будем в паре с Дианой. Я брат, а она Барби. Мальчики, вы обижаете своих девчонок. Ну я просто видел стиль брат с Настей. Ну а я Кен, Диан, не издевайся. Кирилл, ты будешь очень красивым Кеном. Ну а ты, Мартин, будешь очень красивым парнем брат. А я уже рада, что у меня ковбойский стиль, хотя бы Томас не выделывается. Смайл и Тимур, а вы себе подобрали стиль? Да, мы будем стиляги. Блин, ковбой, стиляги, а мы какие-то клоуны. Мальчики, не расстраивайтесь, у вас все получится. Вы справитесь. Кстати, завтра вы едете с нами на шопинг. Будет весело. Будете подбирать с нами наряды. И я? Ну, ты же со мной в паре, значит и ты. А мы отдельно, стиляги. Ну все, вопрос решен. Может, пойдем выпьем лимонада? Пойдем, пацаны. Ну что, Фион, есть розовые рубашечки моего размера? Нет, Майк, твоего размера нету. Это что, я не буду розовым пончиком? Нет, Майк, будешь, я найду рубашку твоего размера. Да, в розовых рубашечках я еще не ходил. Пацаны, все будет хорошо, вы этот выпускной запомните на всю жизнь. Мартин, все будет хорошо, ты будешь крашен. Значит так, Томас, нам нужны шляпы, нам нужно много одежды. Да не, этот круче. Да нет, вот этот смотри. Видишь, Майк, все обсуждают стиль, всем понравилось. Кроме меня. Ну что, девочки, вы это видели? Парни повыделывались и смирились. Ну а куда они денутся? Завтра будем тратить много денег. Да, но этот шопинг будет приятный. Жужа, лимонад. Лимонад, Жужа! Ну что, за завтрашний ужасный шопинг. Сейчас Жужа все сделает. Знаете что, девчонки, парни, мне Джоп нашел такое офигенное платье. И еще можно с вами на шопинг. Жужа, нет, не получится. Мы бы с удовольствием, но с нами едет движ парней. Ну, ты можешь присоединиться к Тимуру и Смайлу? К Тимуру и Смайлу? Да, они едут от нас отдельно. Нет, мы только вдвоем. Извините, пацаны, Жужа едет с вами, а Джоп меня заменит. Мальчики, приятного вам шопинга. Опа-па! За что? За брат. Ну что, девчонки, сейчас придем в комнату и будем с вами писать список, чтобы ничего не пропустить. Ребята, ну а вы ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и ждите наш выпускной. Всем до новых встреч и всем пока!